Ребятки, мы садимся ужинать, посмотрите на эту красоту. По-моему, тут... Ну, короче, я же говорю, кто близко живет, подтягивайтесь. Знаете, все, хватит, все. Мы хлебосольные люди, мы любим угощать людей. Все. Так, нажарили картошечки, как я вчера мечтала, помните? Говорю, печеную кушали, на пару вареную кушали, нам бы жареный, хотя это удар по печени, но да. Очень хочется. Очень хочется. И корка вкуснятельная, очень-очень вкусная. Чесночка в меру, такая она прям, аромат безумно вкусный. Если нельзя, но очень хочется, да, то можно. Можно, если осторожно. Да. Помидорки наши маринованные из холодильничка. Селедочка под шубой из лука, так много-много лука. Вчера, помните, я ее чистила, красиво резала. Вот, кушаем, садимся кушать, ребят. Ну, правда, Украина страна, да, богатейшая. Салат придумал название. А ну-ка. Прекрасно. Бачите, в такую голову мою входит. Хорошая голова, сам, светлая. А сам радый, что такого. Летний привет. Да, хорошо. Да, именно привет с лета. Именно привет, да. Мы собрали ее летом, и вот он к нам пришел уже в зиму. Летний привет получился, салат. Так и будет она. Так, все, летний привет. Все, летний привет. Надо было, видишь, в названии написала просто салатик к ужину, но в следующий раз он будет с салатиком летний привет. Да, и сейчас можно в этот. Давай, ну... Ты там написал, что? Он уже ушел тот. Ну, ушел, а тут другое название пришло в голову. Ну и что? Все, мы садимся, ребятки, ужинать. Погода темнеет на улице. Темно скоро будет. Время 4, да? Начало 5. Ну, мы как раз вовремя ужинаем. То есть не поздно. Да, хорошо. Да, именно, чтобы еще походить перед сном, чтобы... Ну, именно, чтобы... Честно скажу, да, вот сегодня как-то день так прошел. Витя пришел в 8:30, минут 29, то все поубирали. Ну как, коврики почистили. Что мы еще сделали, Витя? Так, ну, телевизор посмотрели, ты песню исполнил. Глядь на часы. Я говорю, Витя, это нормально? Начало второго. Он говорит, да ну, Лен, может, часы? Я говорю, так во всех мобилках так, везде. Он говорит, ну как? Мы ж 2 часа считай. Ржали над фильмом. Фильм. 2 часа. Да, что-то налезли. Как называется он, Витечка? Осторожно задов. Короче, ностальгия. Осторожно задов. Артисты, актеры. Ноги безумно. Ниночка Русланова уже. Русланова, да, покойная. Там она управдом. Боже. Какой колорит, да? Яка харизма, боже. Яка вона артистка. Я ее топо... Катька на ней, ну, Катька, да, вона, да, именно, да, в цигані, да, играла там таку. Яка вона артистка, вона живе ролью, вона так воплощається, що, ну, так органічна така, іменно, що, ну, я не можу, вона мені, ну, вообще, да, актери а сама такі... наша Дідомовська, ну, іменно харизма в неї сильніша, вона, де не роль, епізод там. У нее что не реплика, это, ну, никто так не исполнит, да? Там... Сколько актеров есть, но вот именно эта изюминка есть только в ней. Если она улыбнулась, то эта улыбка, ну, на века. Если она... глянула так рьяно глазом. Или гаркнула, то да, там, да, содрогается. Там, да, именно. Да, да. Или улыбнулась, или... Ну так, боже, яка людина. Это же и вот это, и Любовь и Голуби тоже. А как же ее фамилия это? Ну, все мы ее знаем. Ну, главная, да, актриса. Тоже, тоже хорошая артистка. Да. Жаль актеров, которые уходят и вообще... И что вообще... же Нина? Тоже Нина. Нина, да, Нина. А... Это Русланова. А то Нина... Вспомни, может быть. Да, мы вспомним. Ну, фильмы, если вам будет скучно вечером или это самое, зайдите. Как, еще раз скажи название? Ну, комедия там... Ну, Задов, первое слово. Осторожно, Задов. Все, осторожно, Задов. То есть, ну так, ради прикола. Модерн, ну, модерн это более устарелая версия, да, а Задов это уже более, скажем так, это самое. Посмотрите, если кому действительно... Да, мы, Витя Кожалена, посмотри. Мы смеялись так, даже в душе, именно... Ну, хорошо посмеяться. Да. Довольны мы очень интернетом нашим, ребят, вообще. Тьфу, дай бог, но...
Я на роботі. Юля права була. Смотрю, этот Київстар був. Ну, я думаю, Київ. Это ж вообще. Ну, що може бути это, а? Така, я вам скажу. Постоянно, ну, ты видишь, тут разные отзывы, Витя. Тут, ну, может не, быть, ближе, там, может. У нас тут, люди говорят, что сколько одного времени, как подключились к Киевстару, довольны, ни разу сбоя не было. А у нас вот так. А у нас, ну, постоянно, я на работе, причину... кружит. Я там режим полета делаю, там Wi-Fi отключаю. Там, причину это... мы не знаем, но... И вот так периоды были. Леночка вот это тоже не может, не могла, сколько ты закачивала. Да. Полдня ходит, вона там не качає, я сейчас 15 минут, понимаете? Ну, у нас сейчас вообще, и Юля тоже говорит... Юля была права, говорит, мам, слушаешь всех кого все угодно, слушаю, а ко мне не прислушаешься. Юль, ты была права, дочечка, да, спасибо. Да, ну, очень общем... довольна, Леночка, бачу, ну, типа, это... Да спокойствие в доме, ты что, а то хожу... А то ж, все, вона там занята, вона та это, а вона ж не може так, щоб воно ж... Ну, я вчера об этом говорила, что у меня такая психика, Витя, если что-то не так, я неспокойна, я не могу не улыбаться, не радоваться. А я ж так не успокаюсь, Леночка, положи, время пройдем, мы давай включимся. Воно саме там, цей процес, проблема сама решится, буває, що не надо, ну, там, типа, воно быстрее, ну, не будет. Ну, говорить хорошо, а мне, мне же на нервы все, на загадку, нервы. Загадку, вот скажу вам, две хозяйки... Две конфорки одинаковые, там, две кастрюльки воды, и закипятить. Одной сказали, что тебе дадут, ну, типа, штуку баксов, а другие, ну, ничего не сказали. Ну, если у тебя первый закипить, то тебе штука баксов, $1000, да? А той ничего не сказали. И у кого быстрее закипит, как вы думаете? Кому ничего не сказали? Потому что она вся же открывала. Да, да, заглядывала. Открывала, заглядывала, когда же она закипит, и она же с паром приходит температура. О, вот и получилось, она так, так и Леночка бедно, хоть на той телефон держит, там вот так тоже, что это, круто ее, а оно же, ну, не круто, там это не качает. И она расстроена, я ее успокаю. Но это из той позиции, я тебе расскажу тоже, но она, конечно, немножечко вульгарная, но это из жизни, ну, такая юморесочка, что... Соседи выращивают помидоры, у них всегда помидоры есть, и всегда, ну, две дачницы, левая и правая соседи, всегда помидоры есть, а у одних нету. Ну, и муж у жены спрашивает, да что ж такое, у нас все помидор нету и нету. Она говорит, так их опылять надо. Он говорит, ну, а как опылять, что? Да грязными штанами, вот он носил неделю штаны, пойди над помидорами, помаши ты их опылишь, и будут помидоры. И самое интересное, мужчина снял штаны рабочие, такие грязные, чуть ли не стоячие, и стоял, махал над помидорами. А жена угорала с него, что он действительно поверил в то, что можно опылить помидоры грязными штанами. Так и я лазил в этот телефон, выглядываю, где же оно грузится, не грузится. Но я ничем не махала, но хотелось бы. Лена, может, быстрее бы крутила. Да. А так в армии уже улыбнулись. Ну, это телевизор, там раньше это же антенна, там и помехи. Ну да, там, да, да. Снег там или что, и молодого заставляли там, бери швабру, тряпку, и помехи разгоняй. Тучит. И вылазит на крышу, и помехи гоняй. Типа, ну, такие приколы. Разные все. Знаешь, людей наивных много, кто-то верит в эти дребеденьки такие. Так, все, мои хорошие, картошечка остывает, все. Всем приятного аппетита, кому скучно, подтягивайтесь. Или посмотрите сериальчик, как? Осторожно, Задов. Смешной, наивный, но действительно потешный. Актеры хорошие. Все, да. До встречи завтра. Всегда с вами Витя, Лена. Да. Погода в доме, отличное настроение. Ставьте лайки, подтягивайтесь к нам на канал, пишите комментарии, будем всем комментариям рады. Все, пока-пока. Всем покушать, приятного аппетита, а так гарненького вам вечерочка. Да.